Столбик термометра в детском саду номер 15 уверенно ползет вверх. С утра батареи стали нагреваться, уже к полудню температура в группах стала приближаться к нормативному значению – 21-22 градуса. Особое волнение руководства этого учреждения вызывало то, что летом ремонтировали систему отопления в одной из групп. Однако опасения оказались напрасными. Все прошло без сбоев здесь. С утра мы пришли, я пришла тоже пораньше, слесарь пришел, мы спустили воздух. Все, он уже... Стал прогреваться. Да. Он придет еще вечером, и опять мы пройдем. Угу. Еще раз все посмотрим. Нештатных ситуаций ни в одном детском саду возникнуть не должно. Все, без исключения учреждения, успели провести летом необходимые подготовительные работы. Все сады готовы к отопительному сезону. Все получили паспорт необходимый. И 2 дня назад мы приезжали уже в детские сады, смотрели температурный режим. Он был в норме. Сегодня утром... Мы считаем, что правильно мы включили отопление, потому что в группах была температура где-то уже на 2-3 градуса ниже нормы. И сейчас мы видим, что в садике комфортно. В большинстве городских садов тепло дадут 19 сентября, но есть и исключения. Есть ряд детских садов, где отсутствует физическо-техническая возможность для включения, для подключения отопления. Это связано с тем, что ряд котельных, крупных котельных, и они не могут просто физически взять такую маленькую нагрузку. Но и этим учреждениям ждать осталось недолго. Отопительный сезон в городе начнется с понедельника. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.